Шуба-дуба-дуба-па-да-па-па. Е-е-е. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы продолжаем еще вторую серию «Делаем с тобой по Апексу». В прошлой серии я запустил челлендж, чтобы ты выполнил челлендж, выложил видос на YouTube, скинул его на почту, и я потом нашел победителей. Но, видимо, я херово объяснил, потому что народ сотни сообщений накидали о том, какие челленджи можно сделать в Апексе, вместо того, чтобы выполнить их. Короче, поэтому вот победитель. Красава, бро! Я тебя поздравляю! Вообще лютый респект! Я в следующий раз прошу тебя внимательнее слушать, потому что я челлендж сделал! В этот раз мы разыгрывали 6700 внутриигровых монет, это на секундочку эквивалент 4600 рублей. Так что, да, ты мог проиграть это из-за того, что ты неправильно понял правила. А тебе, дружище победитель, я отправлю на почту ключик, который позволит тебе получить приз в Апексе. Мы с тобой еще раз попробуем выполнить челлендж, который я выполнил в прошлом видео, а именно закинуть чуваков, 5 чуваков в кольцо огня. И сегодня вот со мной мой товарищ, скажи привет. Всем привет, ребята, с вами Doomsday. Так, ну че, Андрей, идем выигрывать? Идем выигрывать. Настало время показать им, сука, что я научился ничему за это время. Я тоже, кстати говоря, лох, потому что я тоже херово читал описание челленджа. Потому что в челлендже сказано, что я должен поймать 5 чуваков в кольцо огня, но не обязательно должен победить. А я в прошлый раз страдал 6 часов, чтобы победить. Но мы, разумеется, попытаемся победить, потому что я скиллух поднял. Я стал он, у меня 21 убийство, у моего товарища 0. Лох получается. По всем убийствам лучшего игрока в раунде. Побеждаем. Побеждаем. Ой, я ставлю запускающим. Повезло, повезло, номер 2. Нет, да, да. Ну нам пиздец, я считаю. Поехали. Давай, на 3 соска. Да ну не, на 3 соска скучно. Я хочу в город вон. О, с нами чуваки летят, кстати. Еще один склад летит туда. Готовься, короче, бро. Да запомни, Андрей, куда мы летим, там их не будет. Хорошо, звучит как нет, но ладно. Блять, ну ты пошел туда, куда я. Оружие, хоть что-нибудь дайте мне. Ты дверь еще за собой закрыл, собака, чтобы я ничего не получил. Так, у тебя как там дела? Хуёво все, есть гранаты, это все. О, я вижу врагов, которые вдалеке, там стрельба друг по другу, пока не вмешиваемся. Как говорится, если волк разговаривает, лучше ему не мешать. О, патроны. Нет, нихуя. Я слышу, справа от меня бегает какая-то херня. Надо бы умерщвить. Нормально, нормально, я дроп выбираю. Оп, я вижу. Блять, не то нажал. Как там пацаны? Вон враг, если что. Вон они, вон они, вон они, всем складом, они с броней. Дай им пиздец. Я убил одного. Так, тихо, 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 там с этими мудилами не имеет отношений. Вон он, вон он, вон он. Еби коня! Нет! Убил! Убил, убил, убил! Нормально, он на спине еще. Да, хорошо, хорошее начало. Потеря крови у пацана, я люблю, когда они умирают. Убивай. Убивай. Подожди, это враг? Блять, это враг! Подожди! Ёб твою мать! Бомби! На нахуй! Убил, убил, Андрей, убил! Я думал, это ты, блять! Я смотрю на него, такой, бля, ника нету. Я такой думаю, странно как-то, ника нету. Не, ну, наверное, это ты. На меня-то не нападаешь. А тебе нет, странно, что ника нету. Дай выстрелю. О, патрон, 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 патрон. Я никого не убил. Это ты, что ли, всех аннигилируешь? Да, что-то я всех уничтожаю. Я говорю, я прокачался. Слушай, ты, походу, всех убил. Я вообще никого не вижу. Если тебе вдруг надо что-то. Че там, что-то нужно? Грибы нужны. О, грибы! А, кстати, у меня есть новая ульта. Нужно ловить чуваков, у меня же челлендж поймать. Сверху, они сверху, Андрей. Они враги сверху. Выбили сзади нас! Сзади, 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 сзади! Бомблю ультой! Не надо! Я убил его! Я убил его!
Я, короче, кидаю ульту и понимаю в процессе броска ульты, что это плохая идея. Ты это, посматривай по сторонам, если вдруг на час обойдут какие-нибудь шрайцы. Понимаешь, ведь не ты, я не шизик, я слышу, когда стреляют, а когда нет. Вот надо было тебе меня подъебать, да, обязательно? Да, да, да. Так, ты где? Я тут нормально, дома. Ты дома? Я да, дома я тоже. Ну шо, приходи ко мне домой, вот смотри, на кровать. Так, 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 я пойду отсюда. Так, ладно, пойдем. Еда, я чувствую еду. Где? Туда нам надо. Туда нам надо, пойдем. Шо, о, о, патроны. Здесь энергетические. Ну, они мне не нужны. А, они тебе нужны. Не, ну они мне нужны. А меня не волнует, что тебе нужны, если честно. Понимаю. Не, ну мы что, летим, типа, или не летим? А куда мы летим? Как мы летим? Чем мы летим? Летим. А, ну полетели. А куда мы полетим? Ты уверен, что мы хотим лететь? Ну, потому что, как бы, когда ты летишь, то ты как птица, но птицу легко выебать, поэтому надо быть осторожным. Не, ну, легко. А знаешь, когда птица еще инвалид и летит не знает куда, вот это еще страшно. Да, 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 поэтому не надо, давай лучше пешочком. Опа. О, я слышу стрельбу. Подожди, не, она там откуда мы пришли? Как бы устроить блицкриг, так сказать, на них упасть. Опять ну, же. Блин, можно, но, честно говоря, не хочется умирать. Поехали, похуй! Ты хочешь в замкнутое пространство? А, вон я вижу там чижиков. А, стоп, это наши тени. Вот, 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 вот. Да что давать-то? Где? Да ты где? О, дуру! Блять, тут двое! Если что, сзади давай. Еще один! Бомблю! Там вот за там, вот там вот еще один! Убил, стреляй, убил, просто убил! По... Хорош! Сзади! Не умирай! Где он, где он, где он? Дай инфу! Вот он, да ты ебанашка! Вот он, Андрей! Он прям тут за углом! Вали его нахер! Вали, вали, он сидит, живет! Я уже 5, кстати, поймал. Я уже как бы челлендж прошел. Ну это было мощненько. О. Это было сочненько. О, бой! Так. Чё, куда летим? Туда нам надо. Какой-то клоун. Туда мне повезло. Клоун, а не повезло. О, уже с нами ребята летят. Давай. Мы их аннигилируем, Андрюша, не ссы. Ну мы разв... О, они разделились, кстати. А, нет, они дальше полетели, они очканули. Ха, лохи. О, засали нашего авторитета. Интересно, он прям не наш. Ааа, люблю запах умерших сучек по утрам. Тройной эффект, трехствольная снайперская винтовка. Какая же параша. Сейчас все фанаты тройного эффекта. Андрей! Ну, типа, я не умею с ней играть, а все, что я не умею, то говно. Не, вообще, это правда. Я уверен, что снайперка пиздата, и меня, скорее всего, любой зритель с ней размотает, но просто... Да, перестреляет. Для меня-то она бесполезна. Понимаешь, у меня вроде вот шиза, вот я кого-то слышу, но понимаешь, когда ты стреляешь, постоянно какие-то действия непроизвольно делаешь, ты меня пугаешь. Иди ты нахуй. Андрей, давай на такси. А, пойдем, пойдем, пойдем. Я же не говорил, в такси подрабатывал. А, ты Uber-хер, да? Тебе нужно это? Как ты узнал мой ник на Uber? Ты, блядь, серьезно про такси? Я думал, ты шутишь. Поехали! О, ебать, я могу стрелять отсюда! Ебой! О, брат! Давай, херачь! Здорово, работяги! Блядь, лети отсюда! Улетай, 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 улетай! Уходим, уходим, нас с двух сторон ебашат! Вылазим, вылазим, вылазим. Ну я вылез. Вон он. Впереди. Минус один. Там еще один. Готов. Стоп, а это разные отряды. Это разные отряды, друг. Андрей, иди сюда. Давай, раз. Сейчас, подожди, я заряжусь. Давай, раз. Ну-ка, давай сюда. На. Ну-ка, на. Тут кто-то еще бегает. Вон давай. Еще! Еще к нам идут! Не ссы, они сюда... Тут, они не могут сюда стрелять. Что? Куда она пропала? Вижу, Андрей. Где? Еда. Оно планирует убежать. Оно не убежит. У меня патронов нету для боя сдалека. Это все печально. Это все... Ну да. А, мы весь отряд убили. Потерянный мальчик был вообще совсем. Не хочу вас как бы прерывать, но сзади идут этот, как у газы вонючие, опасные. Газы да. Вонючие. Андрей. Блядь! Чё ты не сказал, насколько они близко идут? Бля, мы ещё где-то приору мою оставили, ёп. Да где-то там же, где мы её оставили. Я забыл совсем, где её оставил. Всё, в такси не подработать теперь, пиздец, тебя уволят. Всё, да. Чекай. Бля. Это мрвно. Ударил. Шутер. О, нет, не бей его, он хороший. Прикольно. О, немножечко тяжёлый. Хоть я тяжёлый, есть? Не нужно. А, не-не-не, у меня, короче, на энергетических, блядь, стреляю! Сейчас я ему устрою, ёкарный баба. Ну-ка, блядь! С
спокойненько там. Все, он горит там. Все, нормально, Андрей, нормально. Готовы? Хорош. Знаешь, что они прям погорели, я прям слышал, как они да, горели. Да, о, ну это я их поймал, значит, хорошо. Слушай, ну мы с тобой прям конкретно поднялись уже по скиллухе. Мы, может, конечно, и не победим, но уже играем мы порядочно лучше. Полетели? А куда? Ну я думаю, куда-то туда. Враг, там видишь гигантскую сиську или что это? Или это? Вот там где-то. Почему я не как астероид падаю? Не знаю. Ебать, а можно и не надо? Бля, я за границей жизни! Короче, иди сюда. Там еще один, беги. Я их просто поджег всех под твоим щитом. Слушай, у нас хорошая команда, кстати, со щитами. Ты можешь щит ставить, я просто туда забегаю и ебашу в крышу. Все, погнали потихоньку. Не прыгай, нет! Ладно, похуй. Андрей, только не нажимай кнопку Е. Хорошо. Зачем ты это сказал? Теперь мне еще больше это хочется. Саня, все хуйня, назад едь. Серьезно? Да. Зачем? Ну ладно. Опа, Андрю. Подожди, выжди. Недалеко, Андрей, не волнуйся, ты меня видел, я, блядь... Да ты ебанутый, я тебя видел, в этом проблема. Вон, я вижу его, кстати. Намечается джекпот. Минус 27. Попал, по счету. Иду, Андрей. Да достань ты нормальную пушку. Блядь! Нихуя ты меня испугала. Убил, Андрей. Нормально. Там еще один. Где? Вон там. Он там сидит, уже вышел, по-моему. Ага, стреляй. Со снайперки, кстати. Андрей, давай, кидай в них огонь. Убил. Не. Готов. Я немножечко фейерверк в честь их смерти. Андрей, бежим! 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 Сука, сейчас щиты прям вот это вот активировались бы. Да. Повезло, мы в хорошем месте. Три отряда, кстати, осталось. Здорово. Андрей, мы мышки. Эй! Мы мышки, если что! Так, у меня есть ульта, кстати. Мне кажется, мы всем дали понять, что мы мышки. Так в этом и план, разве нет? Андрей, по-моему, тут враги. Враги. Ставь щит. Я бомблю ультой! Блять, отличный щит! Сзади нас, кстати, идут! Так, я, пожалуй, вот так. Убил! Андрей, вы ультой убили обоих! Да? Блять! Да, Андрей. Просто уёбывай! Я не вижу никого, если что, и ты один! Андрей, где враг? Стреляю, давай, блядь! Ай-яй-яй! У меня патронов нету, нихуя! Понимаешь? Прием, понимаешь ли ты, что у меня патронов нет? Нихуя, и ты один. Я бегу! Дай инфу, где он? Вот он! Найс! Чё? Кто еще? Бам! Хорош! Вот это последний момент был просто пиздец разрывательным. Вы чемпионы Апекс. Нихуя у тебя убийство. Видишь мое лицо, я поел. Нормально. Не, ну в прошлом раунде я тащил, в этом раунде ты тащил все ровненько. Ну шо, ребят, мы прошли челлендж снова. Я снова справился. Мне отлично помогли. 12 убийств у тебя, 3 у меня. Я считаю, что это достижение. Играю в Apex второй раз в жизни. Но, по крайней мере, я ультой добивал нормально. Вот, а челлендж с тобой? Поймать 5 людей в ульту. И я попал. И поймал. Так что челлендж выполнен. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Играй сам в Apex. И да, пока на этом все. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Пока. До скорого. Удачи. Всем пока. Не поставьте лайки, я вас съем. Заебись.